Всем снова привет, мы продолжаем играть в приключения Тинтина, тайны единорога, и меня зовут Роман. Так. Я бы ни секунды больше не выдержал. Куда мы сейчас едем-то? Город, по-моему, какой-то. Тоже босс Алана. Третий свиток точно у него. Наверное, последний босс уже. Как, ну, свиток что? Надеюсь, игра скоро кончится. Быть тут. Мы его найдем. Так, все, игра загрузилась. Она с Фрапсом загружается очень долго, даже когда я его включаю, так что бывает, она глючит, реально глючит. Я, если честно, испугался. Так, заперто. Заперто. Идем нам дальше. И так что, наверное, я загрузки тебе буду вырезать. И сюда. Вот так-то. Сюда. Да, игра линейна просто не до возможности. Не могу больше. Сюда. Пожалуйста. Вы Карим? Чем могу помочь? Этот человек был среди выживших после крушения? Да, он прямо тут сидел, совсем недавно. До свидания. Снежок, посмотрим, что ты умеешь. Снежок у нас на все руки мастер. Артефак, блин, куда идти-то? В принципе, тут думать-то... Ай, стоп. Нет, тут думать-то надо. Оперативником пока побудем. Что-то не пойму, куда идти. Похоже, нам вот сюда. Да. Что-нибудь добавите, капитан? Я хочу есть, пить и домой. Стоп. Нет, он сюда не заворачивал, он дальше. Вы тут раньше были? Давно, очень давно. В принципе, тут можно тупо вперед бежать. Что думаете, капитан? Что думаете? Да, дальше. Думаю, нам пора домой. Это я завел странно. Не, не здесь. Ошибочка вышла. Это сюда. Потом, видимо, сюда, что ли? Вот еще следы. Где следы-то дальше? Чуть ничего не пойму. Это тупо. Это очень тупо. А, стоп, подождите, это другие следы, может? Да, действительно, наверное, другие следы надо еще. Тут много следов. Да, вот, вот нам сюда. По тем следам пошел. Не город, а лабиринт. Мы заблудимся. Так, нет. Вот сюда идет, шел. Да. Эврик. Наконец. Так, все. Куда? Во. Стой. Куда-то я дошел уже. Только для рабочих из пальмовой рощи. Минуточку. Туда прошел европеец, а он там не работает. Он моряк. Никаких европейцев-моряков там нет. Что? Гром, мы молния. Ладно, капитан. Не будем нарваться. Ах, чудовище берберское. Что это Алан делает в пальмовой роще? Ацтек, простофиля. Эй,
Осторожней, ты, ходящий циклон! Кто? Я? На себя посмотри, паразит! Продавец ковров? Речной пират! Баши бузук! Тин-тин, позволь представить тебе Мухаммеда, моего старого товарища, настоящего друга! Баши бузук! Так. Что теперь? Если вы видели, как Алан зашел в пальмовую рощу, значит, он, наверное, прошел во дворец по тайному ходу. Это где? Секрет. Но я пойду с вами. Так вы проберетесь. О, нам новую одежку дали. Спасибо, брат. Этот ваш Алан заодно с Бен Саладом. Вы их берегитесь. Идем. Идем. Блин, вообще неудобное управление. Какое полезное знакомство. Ты обо мне или о моих связях? Так. Бежим, бежим, бежим. Что-то... Все, нет? Куда? А, все, вспомнил. Так, нужно повторить маршрут, что ли? Похоже на то. Нет, нет, сюда, тут кактусы. Давайте посмотрим тут. Ты всегда так спешишь? Да. Идемте, капитан. Всегда спешу. Я больше не могу. А так покажите мне путь, дебилы, а, два долбоеба. И одна собачка, блин, чокнутая. Бежим к воде, короче. Или нам сюда? Вы идете, капитан? Что мы здесь делаем? Тысячи. Или он сюда пошел? Нет, давайте к воде. Блин, это полный фарш. Это эпик. В воде. Так, если мы отсюда вышли, значит, здесь мы еще не были. По логике вещей. Давай вместе. Ну где, блин, тайный проход? Они вообще никуда не ведут. Рома, найди сам. Локация-то, блин, одна и та же просто. Тут... Она ничем не различается. Отсюда мы пришли, да, я это помню. Может, нам тогда сюда раз? Стоп, подождите. Сюда, может? Мы заблудимся. Кажется, уже скоро. Гром и молния. Скоро? Хорошо. Ну и жара. За скоро, то хорошо. 3000 трипангов. Только это, блин, краб мне не нужен вообще. Мне лучше бы найти проход по-человечески. Бляха-муха, вообще бесит. Просто бесит. Так, значит, нам сюда. Есть тупик, по-моему. Здесь у нас тупик. И самое главное, вперед-то нельзя посмотреть. Камера вообще не вертится. Завал. Стена. Стоп. Нам сюда показали. Тонкий намек был. Сюда. С тобой поговорить. Стена. Дверь. Ой, ужас. Как так можно играть? Точнее, как играть-то так можно. Ну как можно так игру сделать? Даже не знаю.
Ну бляха-муха, ну показывают, ну что делать-то? Мы отсюда пришли, точнее вышли. Полная жопа какая-то. Он в скайпе написал. Так, ладно. Не будем обращать внимания. Ну блин, а ну что такое? Сюда. Давай, вместе. Сюда, нет. Придурки, вообще ужас. Так, нам, видимо, сюда. Вообще запутано как-то, реально. Я не пойму, куда, где я был, где не был. Я уже ног не чую. Так, может, как-нибудь. Здесь мы были. Да блин, еще с камерой. Ой. Не могу больше. Да блин, ну хотя бы не ной ты, достал. Во. Походу мы пока правильно идем. На все клавиши жму, честно слово говорю. Сюда. Нет. С ним мы говорили. Ой, блин. Даже не знаю, может, как из игры выйти. Каждую дверь тоже ломиться неохота. Сюда. Тут мы уже сюда мы ломились уже. Уже втащить кому-то хочется. Вот поначалу она была линейной, но была 2D. Приятно даже играть в нее было. Ну, как, почему ее так сделали, блин? Это дебильно. Стоп, подождите. Фак. Тысячи. Давай, вместе. Стоп, я здесь... Так, здесь тупик у нас. Впереди чё? Впереди тоже тупик. А для чего это тогда сделали? Может, что надо взять? Блин, это реально, ребят, это реально несерьезно. Собственно, собачка может надо идти. Или собачка за мной бежит. Собачка за мной бежит. Ну что мне делать-то, а? Стоп. Ребят, все, я догадался, наконец-то. Прошел эту миссию заново, все просмотрел аккуратно так. И теперь я понял, куда гром нужно идти. Сука, кажется, достала. Гром и молния. Ну сюда. Все. А раньше только мужик нашел. Не хотел пропускать. Наконец!
Вот слов больше нет, реально. Ух ты. Сейчас вытащу. Какой славный у вас друг. О да, человек. Что, свет дали? А нет. Опа. О, можно управлять. На медузу самое главное, не надо отталкиваться, похоже. Тише. Ой-ой-ой. А, фак! Достало, реально. Вот миссия, она какая-то дебильная. Кто ее придумывал? Вот точно не компания Ubisoft, а какие-нибудь бомжи со стройки. Как можно было испортить так игру вообще? Игра в 2D. Нет, блин, сделали. Ее надо в 3D обязательно. И то, блин, что камера не прокручивается ни хрена. Ахаха. Ой-ой-ой-ой. Так. А, не, не, никакого краба мне нахрен он не нужен. Ну уж, раз взяли, так взяли, отказываться не стоит все же. А фак. Да как так? А ну почему жизнь не отняли? Хоть не заново начинать. Бесит, реально уже бесит. Да каким хером, а? Вот объясните мне, каким хуем? Я ж уже проплыл! Ну как так? Вдвойне обидно. Ахахах, не надо, не надо, не надо. Ох-ох-ох-ох-ох! Ай, сейчас сосредоточился, все. Геймпад в две руки. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ай. Тихо. Достало. Опа, 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 опа. Чуть осталось там. О, мины, фак. Есть, мы выплыли. Не прошло и 3 лет. Загрузка, ура. Все. Всем спасибо за внимание. Всем пока, удачи, играть только в хорошие игры.